Юрист старший. Слышишь, я хотел, знаешь, что просто спросить? Эта история смешная и скандальная про то, как ты ходил не в своей форме в Азовской. Расскажи, как так получилось, что у тебя тут оказались шевроны убитых украинцев? Что это было? Ну, я все еще храню много. Конечно, начальник много выкинул после этих, блин, вбросов. Ну, я не знаю. Ну, как это происходит? У нас видишь, многие типа... парни так, ну, чтобы показать всем остальным, что, блядь, снял с дохлого именно, сука, азовца. Потому что, ну, все остальные сам видел в Марике, да, как они даются. А эти парни... рубятся, да? Да. Не то, что... Ну, в общем, это как зарубление им, потому что вот то ощущение, когда мы в новые шли, в терминал... в 2014 году. Вот эти парни были, да, им прям, ну, уважуха. Именно, потому что тогда я гномам говорил, что, блядь, красавцы. 9 рыльников без начальства, их все бросили. И они там тотал сами. Никого не заставляя, что самое главное. А сейчас я смотрю, просто встали вот это, что они там бедные, голодные, несчастные. Ты ж был в этом, сука, в стане СБУ, да? Там да. Хмыря было, провизии, вооружение, да, и это хочу. Было в СБУ, да. А на Азовстале, я уверен, им там, ну, на года 3 хватит пожрать. Просто суть в другом, что они там сломались, дохнут уже потихоньку, да. И Варик один сейчас ныть, что они там с голоду пухнут. Хотя в реальности, ну, я больше... Ты их не щеки, блядь, видел калину вот этого. Ты что?